дорогие друзья, гости, дзержинцы! Мы искренне приветствуем вас в концертном зале Дзержинского музыкального училища. Очень приятно осознавать, что в нашем городе живут по-настоящему талантливые, творческие люди. Ведь сколько ярких, незабываемых впечатлений получают дзержинцы, посещая всевозможные творческие встречи, концерты, праздничные программы. И все это благодаря тому, что в нашем городе и для городского головы Слепцова Владимира Никитовича, и для руководства в целом вопросы культуры всегда были и остаются актуальными, жизненно важными, а значит, требующими всяческой поддержки и содействия. Сегодня мы хотим предложить вам творческую программу в рамках международного проекта «Музыка без границ» с участием коллективов Дзержинского музыкального училища, музыкальной школы имени Ивана Карабица и голландских музыкантов. Название нашего проекта очень символично. Музыка действительно не знает границ. Ведь только музыка способна одолеть любые преграды – возрастные, политические, религиозные, национально-этнические. Только музыка способна очищать и облагораживать наши чувства и мысли, позволять воспарить нам в мечтах, заставляет биться в унисон сердца миллионов людей. В ходе нашей творческой программы прозвучат произведения разных эпох, стилей, жанров, от классики до современности. Вы услышите произведения зарубежных и украинских композиторов в исполнении юных, начинающих музыкантов и тех, для кого дело музыки стало смыслом всей жизни. Но главную идею мы видим все же в том, что мир музыки, мир красоты и гармонии открыт для всех нас, таких разных, уникальных и неповторимых. Нашу творческую встречу открывает выступление вокального ансамбля Дзержинской музыкальной школы имени Ивана Карабица, руководитель Елена Петрухина. Музыка Александра Ермолова, слова Анны Бочковской. «Сегодня дождь». Thank you.
что ей мгновенно покоряется и время, и пространство. И это особенно ощутимо в наш технический век, уже немыслимый без интернета. Что говорить, достаточно нескольких несложных пассажей на клавиатуре, я имею в виду компьютер, чтобы услышать полюбившееся произведение, поделиться впечатлениями со своими друзьями, найти единомышленников и одноклассников. Спасибо вам громадное, что вы приехали. Для нас это подарок. Спасибо.
Не случайно и наше знакомство с Наташей, которое состоялось 26 лет назад. Мы поступали в Донецкое музыкальное училище, и вначале познакомились с нашей мамой, дорогие наши мамы, которые очень переживали, как же их родные дочери останутся в крупном городе одни без поддержки. Они искали поддержку, каждая для своей дочери. Вначале познакомились они, а потом уже познакомились мы с Наташей. И вот так продолжается наша дружба. Наши дорогие мамы, большое вам спасибо за все, что вы в нас вложили. Долгих вам жизни, лет и здоровья, родные. Спасибо вам. Что же, дорогие друзья, пора нам познакомиться с нашей первой гостьей. Вы уже услышали ее имя. Наталья Мизинова, выпускница Донецкого музыкального училища и Харьковского института искусств имени Котляревского. Творческую биографию Наталья начинала в Харькове, работая преподавателем музыкальной школы, института культуры, а также принимая участие в оркестре Педагогического университета Харькова. Я приглашаю Наташу сейчас на сцену. Наталья, после Харькова что было дальше? Как развивалась ваша творческая биография? После окончания института искусств в городе Харькове я какое-то время еще работала в Харькове, в институте культуры и в музыкальной школе. И потом я получила приглашение в город Бежецк, это в России, в Тверская область. Там открывалась, точнее, уже существовала какое-то время музыкальная школа, точнее, как музыкальный лицей. Это была общеобразовательная школа с музыкальным уклоном. Вот такое было необычное. Это была очень молодая школа, там требовались преподаватели. Вот так я по приглашению попала в Бежецк. И там я работала 10 лет с моими коллегами, уже бывшими. На сегодняшний момент я до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Вот. И у меня было, конечно, много учеников, вот. И много талантливых, много хороших учеников. Мы часто ездили на разные конкурсы, вот. И даже побеждали. Я хочу добавить, дорогие друзья, что в 2003 году Наталья за подготовку лауреатов российских и международных конкурсов и за активную творческую деятельность была удостоена звания «Учитель года». А с 2006 года, если я не ошибаюсь, вы живете в Голландии. Расскажите, как складывается здесь ваша жизнь? Ведь домра достаточно специфический инструмент, русский. Как его воспринимают в Голландии? Да, это правда, что я живу в Голландии уже 5 лет. Вот. И, конечно, я по-прежнему занимаюсь музыкой. И первое, что мне пришлось выучить, это что такое домра на голландском языке, что это за инструмент, откуда он взялся. Потому что по внешним признакам это как будто мандолина, но не похоже, звучит, имеет другой звук. И, ну, в общем, пришлось начинать с истории, так скажем, с истории инструмента. Вот. И, ну, мы так, на концертах это чувствуется, что люди хотят не только услышать музыку, но и узнать что-то о другой культуре, о русской культуре, о других инструментах, других музыкальных инструментах, и узнать что-то о композиторах, которые писали для этих инструментов. То есть это концерты и лекции, так можно сказать. Я там играю, участвую в двух коллективах. Один — это группа «Отрада», это, можно сказать, чисто фольклорная группа. То есть в нашем составе домра-балалайка, и баян, и певцы. Вот. И это мы выступаем в красивых красочных народных костюмах. И таким образом, это ясная картинка, что мы русские, не отличить. И другой ансамбль, это дуэт, и вот дуэтом сегодня мы здесь.
Что ж, я объявляю выступление ансамбля «Музыка. Ностальгия» с участием Натальи Мизиновой и Юлии Пономарёвой, Голландия. Романс Василия Андреева. Примите как приветствие, уважаемые дзержинцы. А сейчас я хочу вас познакомить и со второй участницей ансамбля «Музыка. Ностальгия». И вот в чем дело. Юлия Пономарёва. Выпускница Дзержинского музыкального училища. В свое время она закончила училище по специальности «Теория музыки». Юля, что вы сейчас испытываете, находясь здесь, на этой родной некогда сцене? Честно? Такое ощущение, что я студентка опять, и сидит комиссия, там Серика Виктор Иванович принимает об этом концерт, и страшно. А вообще приятно быть спустя 30 лет в родной стене. Ну, я надеюсь... Чувствовать себя студентом – это здорово. Это значит, что сердце горит, множество планов роится, да, в голове. Можете ли вы вспомнить своих преподавателей? Как ни странно, я помню всех преподавателей. Может, не всех отчества, допустим, или имя, фамилии, я помню всех. Но прежде всего, преподаватели теоретического отдела, поскольку я теоретик. Это и Бакланова Татьяна Михайловна, и Клеткина Елена Зиновьевна, и Харьковская Ольга Валентиновна,
Боемская, Горбунова, Елена. Ну, я всех помню. Хочется надеяться, что хорошие знания вы получили, коль вы до сих пор помните своих учителей. И я хочу сказать, уважаемые дзержинцы, что преподаватели, которые сейчас были названы, Елена Зиновьевна Клеткина, Ольга Валентиновна Харьковская, до сих пор в строю в нашем коллективе, это ведущие педагоги, и я думаю, им приятно увидеть и услышать Юлию Пономареву. Но все-таки еще вопрос. С какими коллективами связана ваша деятельность в Голландии? Ну вот помимо группы, которую мы организовали 2-3 года назад с Наташей, мы встретились, не знаю, Наташа рассказывала мне совершенно случайно, в хоре, который называется «Эрмитаж». Она уже была там чуть пораньше, я пришла попозже. Ну, просто удивились, как это можно встретиться, она из Краматорска, я из Дрыжковки. Вот, попели мы немножко в хоре, а потом решили заниматься тем, что нам ближе исполнять. И организовали группу. Сначала это был дуэт инструментальный, а позже к нам присоединились еще две певицы, и мы успешно периодически выступаем с различными программами, с народной музыкой, с классической, с различной. Ну и помимо этого еще работа концертмейстером в двух хорах голландских. Один более-менее такой эстрадного типа, второй народный, ну как это, голландские народные или популярные песни, мюзиклы. Еще один вот недавно хор создался уже классической музыки. Я там и пою в сопрано, и если произведение инструментально, тоже играю. Ну что ж, я вас приглашаю к инструменту. Я понимаю, что вам нужно настроиться на исполнение еще одного номера. Сейчас в исполнении ансамбля «Музыка ностальгия» прозвучит пьеса чешского композитора Франца Дрдля «Серенада». Thank you.
дорогие друзья, я думаю, традиционным был бы, будет вопрос о том, все-таки, уважаемые наши гости, каковы ваши творческие планы, ваши перспективы? Ну, как вы уже поняли, кроме инструментальной музыки, мы еще сотрудничаем с двумя певицами, таким образом у нас есть планы совместных концертов. Ну, в ближайшее время будет происходить, ну, интересное событие, хотя посвящено оно грустной теме, это 25-летие со дня происшествия аварии на Чернобыле. И в Голландии будет организован концерт «Вечер памяти». И он организован различными голландско-украинскими обществами и тоже при содействии украинского посольства в Голландии. Там мы будем принимать участие в этом мероприятии. Вот. И, ну, традиционно у нас есть